Ну что, двинули в таинственное подземелье? Пум-пум-пум-пум. Так. Ага, пиратский схрон. Понятно. Ну, пойдемте, что воевать. Пойдемте, пойдемте. Соленый Джек сейчас опять ко мне пристанет, блин. Ну, что такое? Что за... У нас течь. Ничем могу помочь. Знаете, если бы каждый раз хотя бы диалоги были разные, черт с ним. Ну, блин, диалоги все время одно и то же. Так, давайте сохранимся, как обычно. Ребята, что не хотите сказать? Монтец. Так, это было. Ты? Тоже ничего. А ты? Ага. Ну, пойдемте. Вообще любопытно, да? Ты, говорит, можешь решить, а стража не сможет. Почему? Пират-охранник. Вы верно ошиблись дверью, мистер. Лучше вам повернуть назад. Фига себе, какой вежливый. Отведи меня к бешеному Реду. Я знаю, что он здесь. Я отнесу твою голову к бешеному Реду. Вот что я сделаю. Стой, дурила. Ну зачем он там? Нормально общались. Голову, голову. Формула искушенных ученых Харлоа. Дикто в корень. Это что еще такое? Книги рецептов приводится. Формула создания. А, склянки с кислотой, великий алхимический огонь. А, понятно. Тут у нас камушки, да? И книжки, по-моему, тоже. Нет. Открыть. А тут у нас книги всякие лежат, по-моему. Тоже нет. Ну, тогда сюда. Так, давайте сохранимся, потому что я не особо посмотрел. Запугивания у меня тоже нет. Может, можно было его использовать? Вообще хрен знает. Так. Мадам. Осмотреть ловушку. Че скажешь? Беспомощный. А, она совсем плюшенькая. Окей, отлично, отлично. А! А замочек не вскроешь? В смысле? Дамантовый кинжал, немного золота. Что за дамантовый кинжал? 4. Ага. Крошечный. Так, это тебе. И это тебе, это тоже тебе. Так, у кого из нас? Ага. Тогда надержи. Ты же нас любишь со всякими кинжалами бегать. Ну окей, пойдемте дальше.
Сохранимся. Червь Вильгельм. Червь. Член команды. Хаюшки. Ред говорил, что это ненадежное укрытие, волшебник. Без моей магии мы бы все равно ничего не добились. Я... Заткнись, волшебник. Ред не хотеть говорить с тобой. Ред хотеть говорить с этот мужчина. Че тебе надо? Ты хотел хотеть забрать пленники? Нет, мне нужна твоя голова. Так же готовься с ней расстаться. Тебе не надо пленники. Ред убить их так же, как Ред убить капитан. Я предлагаю тебе сделка. Дай Реду пройти, и Ред не трогать пленники. Моляю вас, делайте так, как он скажет, он убьет нас всех. Вы что, к себе завидовал бы собой царица ведьма? Ты же не собираешься заключить сделку с этим ублюдком? У нас нет выбора, Лазда. Если мы не принесем голову бешеного Реда, награда нам не видать. Я ждать твой ответ, мужчина. Дашь Ред пройти, пленники жить. Будешь биться с Редом, и он убить пленники. Ага. Так. Тебе уже сказали, пленники меня не заботят, мне же только твоя голова. Если ты биться с Ред, он сдержит слово убить пленники, первое слово Ред сдержать. Ну и чё? Где он кого убил? Кажется, нас... Вы совсем решили не брать счет, мистер? Просто не точно, что мне удалось остаться в живых. Это честный корабль. Если повезет, то будет попутный ветер. Мы на всех парусах полетим из этого проклятого города и вряд ли по этому буду скучать. Ну да. Не, подождите, конечно, круто. Hello, стоп, подождите-ка. Что-то я не понимаю. Они две начали барагозить. Типа, заключишь ты с ним сделку, не заключишь ты с ним сделку, еще что-то. Нет, на самом деле тут все просто. Ты приходишь и говоришь, чувак, да мне насрать на заключение. Это, блин, психология, идрить твоя в корень. У меня заложники. Да мне похер, я тебя убить пришел. Ты все как бы, чтобы чувак защищался, а не дергался по поводу. Ни на секунду нельзя показывать, что ты хоть как-то заинтересован. Нет, мне нужна твоя голова. Но это опять не то, понимаете? Я не понимаю. Видите, тут одна говорит, типа... или может быть, если я сейчас выйду из помещения, они мне там свою фу скажут громкое. Может быть, кстати. Сейчас попробую. Так, бла-бла-бла. Нужна твоя голова, вот. Ты же не писаешь защищать сделку. Но если нет выбора, награду не видать. Дневник. В порту петли вы забрались в пиратский схрон, где были атакованы бешеным Редом. Багбиром, который убил Галандар и пытался шантажировать головы. Агулу. Нет.
Так не пойдет. Ну, а он там их убивает зачем-то? То есть он типа агрится на... Сейчас выйдем из здания. Так, а голову этого. Кожаный доспех, доля мятежников, да. Что за доля мятежников? Этот цепь некогда принадлежал печально знаменитому пирату Голандара, бичу Вестгейт и других приморских городов Драконьего берега. Это оружие не особенно пригодно для налетов, но оно не зря получило прозвище «Доля мятежников». Устрашающего цепь всегда ставил на место любого, посягавшего на власть Голандара Буканьяра. Несчастье для своего хозяина, наличие доли мятежников не остановило первого помощника Голандара по прозвищу «Бешеный Ред». Этот Багбер поднял мятеж против своего капитана, убил бла-бла-бла, ну понятно. 8 хаотичный, ну такой себе. Так, палочка стрел, сфера невидимости развить, кожаный доспех, ну, короче, всякая фигня. Так, мне сейчас интересно, все-таки будет какой-то эффект от того, что я, типа, не стал с заложниками возиться, или что? Надо, опять дождь пошел. Да ладно. Сейчас мы выйдем. Мне просто интересно, это будет или нет? Теоретически, вот сейчас мы выйдем на улицу, и они должны меня начать выговаривать, типа, вот, ты там пошел, ты не пошел, ты сделал, не сделал. Ну блин, для чего-то же был этот долбанный диалог. А, вот. Ред уничтожен, но какой ценой? А разве кто-то погиб? Захватил силу воли, принес ее твердость. Все понятно. То есть Монтайса мы оставляем за бортом на это, на время этой драки. Жаль. Жаль. Сейчас тогда. Ну сейчас так и сделаем. Я просто, мне надо было посмотреть, собственно, кто. Кто за, кто против. Значит, сейчас мы идем. Ой. Сейчас мы идем. Уходим отсюда. Ментайца оставляем. Странно, я, честно говоря. Подождите-ка. Мне интересен другой момент. Сейчас еще надо кое-что проверить. Сейчас я даже не буду ничего собирать, ничего, я просто атакую его. Мне просто интересно, а если я выберу второй ответ? Так, раз, два, три. Вот. Тебе нельзя доверять. Это ты виноват, если ты биться с Ред, он сдержит. Ага. Все, мы забрали. Пойдемте. Я специально сейчас ничего не собираю. И что сейчас происходит? А, монтается минус, это плюс. Все, понятно. Ну, то есть, неважно. Тут как бы монтается он у нас прям такой, типа, надо было отпустить, бла-бла-бла. Ага, сейчас, 4 раза. Вот тут я не согласен, на самом деле, потому что этот, ну, понимаете, как его отпустить?
Так он еще больше тогда будет приносить. То есть в данном случае как бы ситуация патовая, ну, такие вещи надо предотвращать, а если ты не смог предотвратить, ну, то упс, как говорится, живи с этим дальше как-то. Ты не смог это предотвратить, чувак. Значит, заложникам в данном случае, да, да, они погибнут, черт побери. Потому что что надо было, правильно? Ты не смог предотвратить, ну, значит, решай. С минимальными потерями, но один хрен с потерями. То есть, как бы, в данной ситуации. Как бы, один черт потери будут. Минимальные, не минимальные. Но они все равно будут. Опа. Ах, косой дождь пошел. Плохо, придется окно закрыть. Сейчас, народ, один момент. За окном льет дождик. Опять. Моментается, оставляем. В таверне. Такие дела. Что поделать. Сэляви. Нет, нет, нет. Я все-таки стараюсь не терять влияние ни одного из член... ни на одного из членов группы. А мне кажется, что звук пропал. И мне так кажется. Секундочку. Да, звук действительно глюканул. Почему-то отключился. Скорее всего, связано с механическими повреждениями наушников. Тут у меня такое есть, к сожалению. Мои наушники будут только завтра. На улице дождь. А мы продолжаем. Блин, без ментайца будет тяжеловато, конечно. Все-таки он у нас урончик-то вносит. Слушай, отстань, а. Пошли спасать. Вот видите, вот еще один плюс Кринари. Так, чтоб нам было попроще. Чтоб нам было попроще. Все отличненько. Перед. Без моей магии я бла-бла-бла. Мне нужна твоя голова. Тебе надо пленники. Умоляю, сделайте. Убьет всех нас. Ты же не собираешься сейчас сделать с этим ублюдком? У нас нет выбора. Я не стану заключать с тобой сделок. Куда это он? Ну, это все. Кажется, вы нас совсем решили не брать расчет, мистер. Просто не дать, что мне удалось остаться в живых. Идите. Все вы живы, не выпендривайтесь. Один вообще попытался сбежать. Hello, опять Ренару опять покоцали. Так. Забираем. 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 Забираем.
И ломаем. Естественно, да, везде главное вести тюрьмы, но всякие заложники вечно стоят где-нибудь сбоку припеку, блин. Так, и что мне сейчас скажут? Фух. Чериса плюс один. А раз тебе хотела силы воли продемонстрировать твердость, нельзя заключать сделок с преступниками, если ты служишь справедливости. Мы сделали то, что они должны были сделать. Нет головы, нет награды. Сам трудно было решить, кто ее отрубит. Все. Отлично. Плюс один и плюс один. Прекрасно. Все, с этим, по крайней мере, разобрались. Слоеный, ну отстань. Так, пошли заберем. Тихо, куда ты? Давайте на всякий случай сохранимся. Так, 49, да? Где у нас тут 50-е? Случайно затесавшаяся. Плюс один. Ну, тут еще одно влияние как бы заработали. И на ту, и на другую. Так, тут, кстати, есть с кем потрещать, может быть. Нара, малыш. Так, этого капитана здесь нету. Ладно, пойдемте. Все. Всех забрали. Все сделали. Это прекрасно. Блин, дождь кончился. Все отлично. Самое главное, что мы все-таки сумели получить влияние на девчонок. Блин, не успел. Ну ладно. Сейчас перед диалогом тут сохранимся. Вообще надо почаще этими усилениями пользоваться. Я что-то про них забываю постоянно. Так-то штука. Ой, так что я туплю. Так, с ими. Так это правда, тебе удалось разобраться с бешеным рэдом? Ничего себе. Аластер Дрейк. Я слышал о том, что произошло. Думаю, нам нужно как можно скорее переговорить с начальником порта. Ну, окей. У нас тут начались волнения. Я так понимаю, тебе удалось разобраться с бешеным рэдом? Но что более важно, моя команда спасена. Мой человек Эвард Снайп сам принес эти новости. Ничего, что получилось тебе помочь. Я так понимаю, с пиратами покончено, да, но что с их лидером? Вот голова бешеного рода. Уф, в последнее время я повидал достаточно голов. Это, конечно, еще не сгнила, но на вид куда мерзость не предыдущий. И воняет сильнее. Вот награда за голову бешеного рода, трать ее с умом. Но думаю, что тогда это неприятное дело может стать завершенным. Теперь я могу приступить к тому бесконечному объему работы, который так меня ждет. А я тогда буду искать новых матросов, которые заменят тех, что по... В смысле? Пожалуйста, прими знак моей благодарности. Это, конечно... Бешеный рот, конечно, без твоей помощи все вышло бы гораздо хуже. Куда они палят? Блин, что за бред, а? Действительно, послушай, тебе хорошо. Говоришь, у тебя есть вакансии в команде? Я знаю одного глубинного гнома, который ищет себе честную работу. Здесь есть еще один глубинный гном, который ищет честную работу. И что, она лучше меня? Я думаю, он имеет в виду тебя, Сэмми. Ты согласишься присоединиться к моей команде? Я? Может ли Калардуран Мягкорукий найти путь во тьме? Я не знаю. Колдуран Мехкорукий, бог, который привел нас в Андердарк. Да, я с радостью присоединюсь к твоей команде. Тогда иди со мной, я покажу тебе корабль. Все решилось. Не совсем я понял юмора с попавшей командой. Ну ладно, вроде. Так, встретительство так выполнено. Я получил награду за пилота по прозвищу Бешеный Ред от лица города Визгейт, начальник порта. Все, хорошо. Так, теперь по поводу клепанный кожаный доспех плюс... Вряд ли тут что-то лучше того, что уже у меня есть. Поэтому это все вино туда же, туда же, туда же, туда же. Фальшон Аластера Дрейка. Кожаный доспех какие-то.
Несмотря на известные сведения, многие жители Вестгейта верят, что именно эти фальшоны Алистар Дрейк отсек голову знаменитому пирату Галандара. Сей клинок заворожен весьма слабенькими чарами, зато его рукоять украшена печатью Алистара, что существенно повышает ценность оружия для коллекционеров. Это 4, электрический. А, улучшенный способности против электричества, понятно. Ну, такое себе, честно говоря. Нет. И похлеще плюшечки найдут. Состоять. Что-нибудь скажешь? Извини, не могу разговаривать, слишком много дел. Ну ладно. Так, теперь у нас есть плюс один к Ринаре. Это вроде как прям радует. Так, ничего нового. Ничего у нас, получается, осталось. Накопить опыт вряд ли получится. Я там охренею с крысами воевать. Да и на ринге тоже. На ринге откровенно можно попробовать. На ринге, да? Черт с ним, давайте попробуем ринг. Ринг. Попробуем. Все-таки пройти этого долбанного рыцаря. Давай уделю тебе немножко времени. Что тебе надо? А, так, несправедливость. Капитиция. Что за несправедливость? Бездомные. Да, согласен. Держи. Все, отстань. Вот тебе. Вот тебе петиция, вот тебе немножко золота и отстань от меня. Так, ну чё? Попытаем счастье. А, стоп, нет, не попытаем. Да. Так, карта, книга заклинаний, извините. А, так, что у нас на втором уровне? Значит, убрать... Бычьи силы... А, вот величие орла, кстати. Не заметил. Животная сила, кошачья грация, медвежья выносливость и мудрость... Сопротивление энергии. Хитрость. И по поводу стихийного урона. Тут где-то был какой-то усиленный стихийный урон, да? Был, я... Вот, превосходная сопротивляемость. О, вот! Плюс 6 ко всем спас-броскам. Так, это шестерка, да? Это надо. Так, пойдемте перекурим. А, подожди. Давайте на четверку это все зафигачим. Так, книга заклинаний. Бычья сила. Нет, давайте все как-то положено. Кошачья грация, медвежья выносливость. По-моему, хитрость это интеллект. Совиная мудрость. Величие орла. Превосходно сопротивляемся, тоже сюда запихнем. Все. Yes. Отдохнем. Отдохнем. Оф! Оф! Сейчас нафигачим на себя плюшка. Может, что и получится. Коллективный бой мы вряд ли выиграем. А вот с рыцарями я, может, и разберусь.
Может быть. А может, и не разберусь. Кто его знает? А кто его знает? Нет, не хочу тебе уделять минутку. Отстань. Ну, это хоть не как соленый Джек, блин. Который... Yes. Так. Yes. Sure. Yes. Да. 3, 4, 5, 6, 7. Так. 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 Угу. О. Убежденность еще повышает. Но это вряд ли сработает, да. Что-то у нее за 67 сбой, вот это вот. Вот это, да? Боевой прилив, это что это? Не посмотришь, да? Так, ну ладно, сохраняемся. И двинули. Так, с предыдущим разок сразимся. Это даже не смешно. Я, кстати, забыл выпить это. Доспех смерти. И кожу кару. Угу. В смысле? А где? Не понял. Что-то юмор не понял. А что за прикол? Почему у меня все снято? Да не... Ты чё ж ты, дурак, делаешь-то? Почему ты её атакуешь? Блин, я говорю, атаковать этого нет, переключается на крысу. Да? Ты чего, парень? Крысу, не крысу, точнее. Сопротивляется. Не, ну ладно, это бесполезно. Я не... Почему сбит это всё, блин? А, пусть добивает, это бесполезно. Так, я не понял, почему с меня сбили все эти улучшалки, блин? Куда они все делись-то? Когда? Да отстань ты со своей минуты, сейчас. Чё-то юмора вообще не понял, блин. Я появляюсь, я, кстати, даже не обратил внимания, это он с меня их снял, или что, или это... Какое-то имбовое имя. Я не знаю, у него реально какая-то имбовая способность, блин. Он просто снимает вообще все с тебя, что у тебя есть. Просто все улучшения, блин. Или это во время
Или я забыл, реально, или перед боем? Нет, ну, с прошлым же я дрался, ничего с меня не снимали. Так ты реально ни хрена не понимаю. Так, сейчас попробуем еще разик. Ребят, ну не торопитесь, чё вы, ну надо, да, стоим здесь, конечно, блин, 2 часа, ёлки-палки. Уже убежал, блин, они все еще стоят там, телец, и главное, остальные тоже продолжают стоять, обрати внимание. Yes. Чё прикалываешься? Sure. А, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Поближе подойди. Наконец-то. Смотрите, где стоят, блин? Чё за баги, а? Что-то они реально поломались. Они пробегают какое-то расстояние, опять встают, блин. Эй! А. Так, вот сейчас сохраняемся. Сейчас проверим, кстати. Ну, естественно, с предыдущим разок надо сразиться. Да, тут уже без вариантов. Вот все у меня на месте, правильно? Да, все на месте. Все. Вот мы выпиваем. Доспех смерти и твердую кожу. Бульк. Бульк. Все. Сохраняемся. Главное, что я сохранился. Смотрим, все на месте. Да, это его меч дает какой-то бешеный эффект. Давайте-ка сохранимся, блин. Нафиг. Сохраняемся. Ничего, это будет сложный бой. Никто не говорил, что будет легко. Ну что ж ты мажешь-то без остановки? Он же лежит даже уже, блин. Так. Сохраняем. Yeah.
Давай, добей уже его, а! Да что ж ты будешь делать? Ты чё, какой имбовый-то гадёныш, а? Ну добей ты его, ну сколько можно возиться, блин, при смерти уже! Аллилуйя! Капец, блин, сколько времени, сколько возни, блин. Клянусь богами, вот эта битва, все противники повержены тобой, ЛСД, ты получаешь звание чемпиона арены, твоя награда 10 тысяч золотых. Обосраться. Если не сумеешь, в конце боя был странным, если не сказать больше, я бы хотел, чтобы моя жена сделала что-нибудь подобное. Разумеется, ты можешь сражаться в групповых состязаниях герцоги Даггерфорда, пока побеждали всех противников, но, может быть, ты и твои сотники получат конец их правления. А опыт? 332? Да уж, потненько это было. Чей-нибудь чемпион? Ну, конечно. Мне просто интересно. А, то есть... Интересно. Немножко золота и немножко опыта, да? Блин, ну мне надо 105 тысяч, 5 тысяч, 90, то есть 9 тысяч опыта. Тут опыт 43 получается. 43. Сотни это трижды. 9 тысяч. 90. На 3. Да. Многовато боев. Много боев. Так. Давайте тогда сейчас, во-первых, перекурим в игре, перекурим в реальности. Окошко опять открою, то уже душно становится. Вот, и потом попробуем групповой бой пройти, хотя вряд ли сейчас получится. Но сейчас я попробую сделать несколько иначе. Что мы сейчас сделаем? Сейчас, во-первых, надо переиначить наши способности, нашей. Вот этой вот тети. Так, еще раз, что это такое у нас? Вызвать вокруг себя ауру. Ага, да. Угу. Так, значит, сюда у нас на второй уровень идут. Раз, два, три, четыре. Пардон, две тишины. Ну и малое рассеивание пусть будет. Вот. Вот превосходная сопротивляемость, это тоже на самом деле тема. И, наверное, уровень 6 вместо цепной молнии и планарного союзника мы как раз тут превосходную сопротивляемость и поставим. Да. Пожалуй, что именно так. Поэтому перекур в игре. Так, перекур в реальности. Да, сохранится в обязательном порядке. Куда же без этого? Так вот. Все, давайте перекурчик. И потом продолжим с группового боя. Может получится. Может быть, надеюсь, очень.